да исторических, которых, к сожалению, больше нет. Приветствую тебя, наш фантастический, наш самый лучший в мире факультет. А тех, кто покатился дальше скатертью, в Востоке дав дрозда перед концом, а тех, кого взрастил ты альма-матерью, хотя, наверное, правильней отцом. Учились мы порою не по правилам, и в деле, и в безделии легки, и ударения сами понаставили, где главное не были слабаки. И рукавом носы себе повытерев, а в общем с тем же ветром в голове, мы сели на 7-й троллейбус в Питере, а вышли на 12-м в Москве. Ни черта не шарахались, ни ладана, Плесецк или Камчатка, или Синай. И никому нигде не было надобно за нас краснеть, ни разу так и знай. Лопатели поля заданий плановых, обзора видового полосой, и поднялись от набережной Ждановки до самых докосмических высот. Конечно, времена, они меняются, то брюшко чешут, то дадут под дых. Кто выдержит удар, кто уклоняется, кто сам звезда, кто отблеск от звезды. Но столько было сделано и пройдено, но вот в одном сомнений больше нет, что это наша маленькая родина, наш самый лучший в мире факультет. И сколько было сделано и пройдено, но вот в одном сомнений, братцы, нет, что это наша маленькая родина, наш самый лучший в мире факультет, наш самый лучший в мире факультет.